Привет, друзья! Сегодня к нам пришел с AliExpress мультиинструмент. Мультиинструмент довольно-таки дешевый. Я его заказывал за $3.16. Сейчас он стоит еще дешевле, целых $3. Как я сказал, $3.16 он стоил на момент заявки, заказа. Сейчас $3 ровно. Ну, покупал попробовать, скажем так, как он по качеству будет. С одной стороны, чтобы можно было его использовать в повседневной жизни. Можно было брать куда-нибудь там в поход или на рыбалку, потому что сам по себе инструмент маленький. И не стоит, к примеру, швейцарские разные там аналоги. Ну, сейчас мы его посмотрим, попробуем что-нибудь им там, какую-нибудь проволоку перекусить. Так, ну, изначально что мы видим? Он поставляется в таком чехле, в целлофановой упаковке, и имеется карабин. Я вообще тащусь от вещей, которые имеют карабин, как, допустим, вот у этого ножа, который просто удобно повесил на петлю от штанов там или от чего-то, от брюк. За пояс зацепил. И не надо думать, в какой карман ты засунул и выпадет ли из кармана или не выпадет. Тем более на рыбалке бывает часто, что что-то куда-то выпадает в воду, и потом ты это уже найти никак не можешь. Так, ну давайте посмотрим, что в нем за функция. Первая функция карабина. Второе, это вот такие вот плоскогубцы. Ну что хочу сказать, вот еще параллельно по осязательным таким вот характеристикам. Ну, нормально, нормально. Не то, что там, знаете, говно-говно. Бывает, что возьмешь там в каком-нибудь магазине фикс прайс плоскогубцы, и они у тебя в руках расползаются. Тут нечто получше. Как я уже сказал, $3.16. Так, ну давайте продолжим. Вот такая вот крестообразная отвертка имеется. Вот такой вот ножичек. Так. Видно, предварительно закрыть. Так, вот такой вот ножичек. Вот здесь в этом ножике отверстие. Для чего бы вы думали? Для того, чтобы продеть шнурок какой-то и при помощи этого ножа использовать как, скажем так, обувное шило. Протыкаешь, засовываешь шнурок, выдергиваешь обратно, и шнурок уже вытягивается. И таким образом можно шить, допустим, брезент, либо какие-то другие вещи. Возможно, не обязательно там протыкать, возможно, у вас там будет где-то порыв где-нибудь в сети, и нужно будет просто продевать вот так вот, ну, скажем так, через какое-то отверстие. Так, как мы уже рассмотрели, первое это плоскогубцы, второе это отвертка у нас была крестообразная, третье нож с таким отверстием, четвертое у нас есть тут плоская отвертка, здесь открывашка, здесь что-то подобие пилочки для ногтей или напильника. Скоро разрядится у меня батарея на камере, так что если видео прервется, прошу простить. Такая вот ситуация. Также имеются небольшие кусачки. Ну, в принципе, наверное, и все. И все, что можно об этом сказать. Если что-то, в принципе, увижу то, о чем не сказал, то обязательно напишу ниже под видео в комментарии, в описании, вернее, к этому видео. Ну, по всей видимости, больше здесь предметов никаких нет. Ну, давайте напоследок, если успею, откушу кусочек проволоки. Такая вот проволока, в принципе, кусается. Вот такие вот кусачки. Ну что могу сказать, в принципе, меня этот инструмент порадовал. Я как не то чтобы сомневался, но думал, что возможно придет что-нибудь хуже. Но пришло, скажем так, то, что в принципе ожидал. В
Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, кому понравилось. Всем удачи, пока, подписывайтесь на мой канал. До свидания.